Смотровая площадка, поселок Караван, 25 километров от Ош. Да, здесь граница идет, как на границе с Узбекистаном. Здесь посмотрите, как красиво. Вот гора какая большая. Вот у них горы прям вот так стоят, бывают одиночные. В Ош, в центре Ош тоже стоит гора вот так, и Ош раскинут вокруг этой горы. Там он, похоже, пожар. Черный дым, не знаю, видно, не видно. И вот здесь идет как долина и горы. В эту сторону очень горы интересно смотрятся. Здесь тоже флаг, вот большой флаг Киргизстана. Вот наверху. Караван очень интересное место с богатой историей. Он лежит на шелковом пути. Здесь на скале найдены петроглифы. Они называются небесные кони, которые вырезаны в первом веке до новой эры. Эти петроглифы играют очень важную роль в местном фольклоре и являются местом паломничество для мусульман Ферганской долины. Еще здесь есть пещерная система, называется Чил-Устун. Она находится в 4 километрах от поселка на холмах над рекой к югу от Аравана. Находится каньон Данги, который рассекает река Равансай. В этом каньоне также находится очень много разных пещер. Место старинное, место очень интересное. Есть что посмотреть, поэтому кто захочет посмотреть что-то интересное рядом с Ош, можно поехать в этом направлении. Всего 25 километров.